Друзья, привет! С вами Никита, компания «Сфера Кар». И сегодня мы поговорим об идеальной тачке для большого или маленького бизнеса. А именно о грузопассажирском микроавтобусе или фургоне. Самом четком в своем классе. Тойоте. Хась или Regius Ice, как он у нас сегодня называется. Встречайте красавца! Сегодня у нас черный красавчик 2015 года. Посмотрите на этого красавца. Как всегда, начнем с визуала, мы уже начинаем с него. Хоть эта тачка и считается рабочей лошадкой, я скажу от себя, что это самая топовая, самая люксовая рабочая лошадка из всех, которых бывает. TRH-216 у нас кузов, это полноприводная версия на бензиновом двигателе 2,7 литра. И посмотрите, какая это красотка. 2015 года автомобиль у нас представлен. И вот просто, чисто тачкой для работы, да, как в стереотипах, автомобиль простой, белого цвета, типа как акриловые пробоксы, да, которые не жалко жахать об ветки, где-то закидывать туда железяки. Вот этого красавца назвать нельзя. Хоть хайсы, на самом деле, спустя сколько поколений, тачка-то легендарная, особо внешку и не поменяли. Ну, есть, конечно, изменения, да, относительно вот тех сотых кузовов, 106-х, да, которые нам известны. Это же автобусы, которые всегда выручали не только Японию, но и нашу страну. От пассажирских, 8-местных, грузопассажиры вообще во всех кузовах и на коробке. И дизель, и бензинки, и задний привод, и полный. 106-е хайсы легендарные, вот эти с тремя люками, которые брали у папки или у дядьки, чтобы по деревне погонять, где-то там кисуль прокатить, у которых диваны раскладывались. Вот такой. Топовые тачки. Тем не менее, поколения идут, визуал чуть-чуть меняется, да, но основные черты остаются. То есть все минивены уже давным-давно стали с капотами. Да, во-первых, это требование безопасности. Хайс остается хайсом. Все системы безопасности, конечно, здесь присутствуют, и активные, и пассивные, и по краш-тестам там тоже вот такие оценки, но, тем не менее, капот сюда так и не добавили, и это стало с визитной карточкой хайс. Обратите внимание на вот эти хромированные вставки, на огроменный значок Toyota, и вот эти вот две линзы с козырьками. Тачка выглядит прям реально строго, но очень стильно. Еще черный цвет, блин, вообще мой любимый черный цвет, пока она в идеале, без царапинок, без каких-то штучек, ей идет все. Вот такие вот хромированные накладки на уши. Можно, конечно, еще литье такое более нигерское, но тем не менее тачка для работы, это грузопассажир, и смотря что он будет возить. Если он будет возить девочек нельзя грузом, да, назвать, живых, во всяком случае, тогда можно вот такие огромные 18-ки. Я хотел взять кучу девчонок с надувными кругами, акулами, запихнуть их сюда и поехать на море и показать вам, какая классная тачка. Но мне сказали, это, во-первых, не очень этично будет, а во-вторых, если они будут одеты, это никому не интересно. А если не одеты, то не этично получается. Ну и плюс ко всему, у нас грузопассажир, поэтому, друзья, будем просто представлять, что их туда можно закинуть. Супер джейл называется комплектация. Об этом соответствующая надпись на задней двери. Кстати говоря, это у нас не Хайс, а Regius Ice. Но если обратиться к каталогу, то полное название комплектации звучит примерно как 2.7 Super Jail Dark Prime White Middle Roof Long Body 4WD. Поняли? Проще простого. От себя добавлю, что это самый жир, который можно найти в этом кузове. Это у нас широколобый длинножопый, так хочется сказать. Ну, так скажу, потому что они же разные. В этих кузовах есть и с низкой крышей, и с высокой, есть с одной дверью, есть с двумя, есть узкие, есть широкие, не говоря уже о разнообразии технических комплектаций. Поэтому это самая топовая версия по платформе, имеется в виду по кузову, и с высокой крышей, и с длинной задницей, с огромными дверными проемами, и плюс ко всему еще и напичкана самыми комфортными штуковинами для удобства в салоне. Господи, как много прилагательных, и все про эту тачку. Давайте откроем багажник, потому что, ого,
чуть вместе с ним не открылся. Потому что, как бы я сейчас не расписывал, какая-то красивая стильная тачка, это все равно грузопассажир. А у нас здесь несколько комплектов колес, которые вместе с машиной достались. Но ваше внимание я хотел обратить вот на что. Во-первых, это огроменный дверной проем. А, да, куда можно грузить не то, что холодильники. Холодильники, которые я там рекомендую сувать во все пробоксы. Всякие малышки, короче говоря. Сюда можно огромный вот этот вот коммерческий холодильник, который стоит в ресторанах, трехстворчатый, зафигачить. Вот эта перекладина, которая у нас разделяет заднюю часть салона на две части, демонтируется. И туда можно запихать два огромных коммерческих холодильника. Но и опять же не об этом я хотел вам рассказать, а о том, что в комплектации Super Gel Long Body Middle что-то там Roof и вот эти все 12 слов, вы получаете не простой грузопассажир, да, который идет у нас без обивки, без обшивки. Здесь у нас три фанерки, две картонки, железный пол и все. Никакой шумки, никаких окон. Здесь у нас идет нормальный салон с ворсистым полом. Очень часто такие тачки берут для того, чтобы переделать эту тачку в Van Life, то есть дом на колесах, проще говоря. Здесь оборудуются спальные места, ставятся мойки, печки. Очень много есть компаний, которые помогают вам переделать автомобили. Кстати говоря, из Японии часто тоже приходят такие штуки. Есть, нельзя сказать, что это стоковые комплектации, но японцы тоже переоборудуют автобус для того, чтобы путешествовать в них. И вот эта тачка, как никто, наверное, подходит. Полный привод. Бензин, огромнейший кузов, высокая крыша, тут можно ходить практически не пригибаясь. Ну, нельзя, конечно, но если вы карлик, то можно. Или ребенок. Или карлик с ребенком. Обратите внимание, у нас все грузовые двери, как боковые две, так и пятая, с доводчиками. Поэтому хлопать в такой тачке не нужно. Есть ребята, которые запихивают под жвакова всякими коробками, потом вот так вот плечом немножечко упираются, и он сам у вас дверь такой чик и довел. Без вот этих вот хдущ. Ого, чтобы ее закрыть, приходится аж назад руку заводить. В общем, буду повторяться, хоть и рассчитана эта тачка в первую очередь на перевозку грузов, да, это все-таки коммерческий транспорт, так скажем. Очень комфортно в данной комплектации находиться в салоне. У нас кожаные сидушки с двумя подголовниками даже сзади. В самой простой версии, пятиместной, да, вы получите здесь обычную лавку деревянную, вот эту вот, под 90 градусов, в которой будете сидеть, но тем не менее вы ее получите. Есть версии вообще грузовые, у которых только две сидушки спереди, а здесь полное пространство вам под перевозку чего угодно, хоть этот цирк переездной можно переводить, только животных берегите. Вот, короче, у нас есть две форточки. Это опция, которую просят очень многие, когда рассматривают вообще грузопассажиры. Любые, что Mazda Bongo, Nissan Vanette, да, самая распространенная, которую можно взять там за 800 тысяч рублей, грубо говоря, что топовые вот такие автобусы, как наш Хайс сегодняшний. Друзья, но если вам не так важна перевозка пассажиров, или была важна, но уже перестала быть, и вам нужно освободить место, короче, вы можете сделать вот так. Щелк. Щелк. И еще одна ручка. Тут ручек. Это целая куча. Хопа. Разобрались. Вот эту вот ножку тоже можно опустить, насколько я знаю. И у вас отображается, хотел сказать, освобождается вот такой огроменный плацдарм. Опять же, мы тут немножко пофантазировали с оператором. Если ездить на природу, можно не брать с собой ни кухню, ни палатку. Да, вот ту зону можно определить как спальную, здесь можно устроить кухню. Или наоборот. Или вообще можно спать в кухне. Короче, тачка идеальна для путешествий. Не только прям на дальние поездки, да, с переоборудованием салона и полным фаршем, но и как реально выезжать на семейные кемпинги. Вариант четкий. Я вот себе бы реально с такой целью что-то подобное взял бы 100%.
Друзья, тонну у нас поднимает машина, да, по документам грузоподъемности у тачки. 1000 килограмм, уверяю вас, в России эти машины грузят намного сильнее. Не могу сказать, что это хорошо, но могу сказать, что они выдерживают намного большие нагрузки. Поэтому рекомендую, конечно, хозяину беречь такого красавца, потому что их, ну, немного. Но о практичности вы все поняли. Лучше варианта на японском рынке нет. Есть еще Nissan Caravan, примерно схожий, но все равно он по популярности, по ликвидности и по спросу, в принципе, Hiace очень сильно проигрывает. Пойдем посмотрим переднюю часть салона и заглянем в техничку. Открыл капот, друзья. Что мы видим под капотом? Ничего. Это небольшое пространство для того, чтобы можно было заправить кондиционер, долить тормозной жидкости в расширительный бачок и бачок омывателя, соответственно. Неплохо было бы долить. Все, что мы можем здесь сделать. Ну и дворники, если сломаются, да, наверное. Нифига, здесь толку нет, все равно придется жабой снимать. Так что чисто для удобства обслуживания здесь сделан вот такой вот импровизированный капот. То, что вся основная техничка у нас спрятана под сидушками передними. Двигатель 2TR на 160 лошадиных сил. Работает в паре с автоматом 6 ступами. Естественно, никакой не вариатор на вот таком огромном грузопассажире. Такая же техническая платформа, да, грубо говоря, толкательный механизм, два основных агрегата, как и у Прадика TRJ-150. Зарекомендовал себя хорошо этот мотор. Раньше было ощущение, что их не хватало, ходили стереотипы, что 2,7 мало для Прадика, 2,7 мало для Hiace, потому что в прошлых еще кузовах, в 106-х были Региусы, Hiace Региус тогда он назывался, да, были просто Hiace на VZJ-ах, это 4, господи, сколько там, 3,4, да, объем бензина считался топ. 2,7 мало. Сейчас нормально. 2,7 для рабочего автомобиля вполне хватает. Есть еще 2-литровые бензиновые автобусы вот в таком же кузове, даже с учетом вот этих габаритов. Ездят люди на двушке на заднем либо полном... на заднем приводе есть двушки, и есть еще дизельки на КД, да, 150 лошадей. Это известный нам дизель 3-литровый на заднем либо полном приводе. Не вижу смысла долго мучить вас техничкой. Скажу, что агрегаты надежные. Проблем с ними нет и не было никогда. Ну, как ни крути, это тоже одна из визитных карточек Toyota, поэтому, соответственно, по техничке здесь все тоже на уровне. Комплектация реально топ. Находясь за рулем этого автомобиля, забываешь, что ты ведешь грузопассажирский рабочий басик, как его будут называть, куда бы он ни попал. Тачка топ. По рулю, по вообще ощущению, да, на вести водителя, реально пропадает ощущение, что ты в рабочей тачке находишься. То есть руль такой же, как в Прадике. Полностью кнопочки, здесь у нас все кожаное. Приятная посадка, кожаные сидушки комбинированные, да, внутри велюр довольно-таки качественный. Не хватает, конечно, подогревов, электроприводов, хотя нафиг они нужны здесь. Вот даже говоря о консоли, да, чисто о визуале. Заморочились и вот в комплектации топовой у грузопассажира сделали и хромированные вставочки, и вот такой вот пластик под черное дерево, я не знаю, как это называется. Нормальный климат-контроль. У нас запуск с кнопки. Давайте запустим. 2TR стартанул у нас, кстати говоря. Мотор-то у нас стоит. Какой? Прадосовский. Друзья, только в Прадике у нас идут на 2TR-ах. И Hiace легендарные. Вот. Что хочется сказать. Четко. Четко по посадке. Здесь у нас два места. В некоторых версиях, я не знаю, остались еще на 3 пассажирских сидушки. Наверное, и встречаются, которые идут без второго ряда. Да, но можно сидеть спереди втроем. Здесь у нас огромные бардачки, вот эти вот полки под документы. Посмотрите на вот этот бардачок, в который реально, как Серега сказал, можно кардан положить. Как два бардачка обычных. Ну не топ. Топ. В общем, по эргономике никаких вопросов нету. По салону, по внешнему виду, по материалам это
топовая тачка, такой же, в принципе, как и прадик. Есть в Японии такие хайсы, которые идут пассажирские, 10-местные, там, 12-местные, да. Мы не можем их завести в Россию под B-категорию, под полную пошлину, но если вспомните соседние страны, типа Таиланда, Вьетнама, когда вы с утра едете на экскурсию, вас встречают точно такие же хайсы. На дизельках в основном, на коробочке, куда там 10-15 человек сажают и полетели. Они там все занижены, на вот таких вот катках, что дороги позволяют. Но, в общем, тачка пользуется спросом во всем мире. Во всяком случае, вся Азия вообще строилась, можно сказать, вот на таких автомобилях. Давайте заглянем под капот. В грузопассажирском хайсе хочется сразу так вот жахнуть на сцепуху, воткнуть передачу и погнал мотыгу дергать свою. Короче, в бензиновых версиях на 2.7 моторе все хайсы идут на автомате. Вот. С одной стороны, это классно, потому что не надо напрягаться, да и на самом деле вот в такой комплектухе ты абстрагируешься, опять же, от того, что... Сотый раз повторюсь. Абстрагируешься от того, что тачка рабочая, грузопассажирская, и просто едешь и кайфуешь, как на... Как реально, как на прадике, только без капота. Вот, ощущения те же. Сидушка классная, посадка прикольная, селектор расположен спереди, как у всех, в принципе, хайсов, да, в 200-х кузовах. Все четко. Вот только лишь то, что под нами колесо, подо мной конкретно, под вами получается сейчас тоже, прям под вами, за счет этого остается то ощущение, что вы все-таки едете на грузовике. На грузовике, на грузопассажире или на автобусе, потому что вот эта вот прыгучесть, да, с одной стороны такая мягкая, приятная, с другой стороны что-то ну, абсолютно противоположное, да, комфортному автомобилю. Вот это, да, это присутствует, но как, в принципе, и на любом микроавтобусе классическом. Зато благодаря этому же аспекту, да, что колесо под нами, тачка стала более маневренной. Ну, стала, осталась. Осталась маневренной, то есть радиус разворота у нее, не скажу в цифрах, но офигительный для такого размера машины, да, для таких габаритов. Она разворачивается в шикарных пятачках, и это абсолютно круто, как для работы, так и для просто для движухи по городу. Ну, вряд ли кто-то такую тачку берет по городу двигаться. Вот, что хочется про мотор добавить, да, нормально. Я бы сказал, даже прикалывает. Естественно, не гонка, но вон два раза топнули, и уже за соточку стрелка перепрыгивает. Для трассы самото для города более чем достаточно. Есть дизельные, да, на КДшке, турбодизель трехлитровый. Тот, я думаю, еще пошустрее будет дубасить. Но, опять же, расставляйте приоритеты, друзья. Тачка все-таки в первую очередь рассматривается со стороны практичности. Расход каталожный у этого автобуса 11 литров на сотню. Но, уверяю вас, это... Вранье, мягко говоря. 11 литров, ну, очень сильно сомневаюсь. Если вы, может, в пенсионерском режиме по городу, да, если вы тонну сюда положите или кисуль посадите, которых на море повезете, с надувными акулами, даже воздухом надутыми, мне кажется, что литров, ну, 13-15 тачка должна жрать, в принципе. Вот, а под загрузкой еще больше. В целом, классно. Я бы себе взял, отвечаю, вот чисто для путешествий по стране или куда-то с семьей, да, выезжать на кемпинг, на природу, пушка, немножко приподнять, поставить грязевку, и в цвет 3 миллиона осталось найти где-то. Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать. Поэтому надо обзор заканчивать и уже идти отдыхать. Кушать. Да, пятница все-таки, впереди выходные, у меня шикарные планы по ничего не деланию. Друзья, что еще не сказал, цены, конечно же, та информация, которая больше всего вас интересует. Скрывать от вас нечего, 3 мульта обошелся этот автобус. Дорого? Безусловно, дорого, но это самый топовый грузопассажир, которого я видел. Не говорите только про свои вот эти Ситроены огромные, и там Баргузин, вот это все, ну, о чем речь? О чем речь, посмотрите на эту красоту. 3 мульта за самую топовую версию 2015 года, порядка 120, по-моему, тысяч километров пробег, но тачка в идеале, я уверен, что клиент не пожалеет.
ни одного потраченного на нее рубля. Старт цен от 2 мультов за самые простые комплектации на вот такой вот техничке за 2,7 на полном приводе. В общем, кого еще можно рассмотреть в этом классе, да вообще среди грузопассажиров из Японии, если не хотите брать грузовик, если вам достаточно автобуса. Самый, наверное, не с рынка, это Mazda Bongo и Nissan Vanette. До 1 000 000 рублей можно выхватить себе вот такие варианты на бензине, либо на дизеле. Есть варианты на коробке, есть варианты на автомате. В общем, по разнообразию можно разгуляться. Хотите чуть постарше, побольше, есть Nissan NV200. Тоже классные варианты, тот же, на самом деле, Vanette, немножко переросший в новый кузов. Фургона, тоже до 1 000 000 рублей, его можно, кстати говоря, взять и дешевле, тоже порядка 950 тысяч рублей можно выхватить НВ-шки. Nissan Ven называется, Nissan Ven 200. Кто у нас идет старше? Старше у нас идут уже автомобили посерьезнее. А кто там идет? Больше никто там не идет, там уже вот эти красавцы, которые можно взять в маленьком кузове. Пропустил еще, набрал. Есть еще Таунайс или Тайс в новых кузовах, который идет на полторашке 3SZ, тот же мотор, что ставят в Равчике. Порядка 750 тысяч рублей можно рассматривать вот эти вот новенькие Литайсики, Таунайсики. Порядка 300-400 килограмм можно в них засовывать и везти по просторам нашей необъятной. И если вы решили, что вам этого мало, вашему вниманию, вот такие вот красавцы представляются. Самые старшие собратья у нас среди грузопассажиров – это Хайс и Nissan Caravan. Одноклассники примерно, караванов меньше, в основном они идут на дизелях и чуть-чуть побюджетнее. Но все же, повторюсь, уже говорил об этом, большинство выбирает Toyota. Вот, так что помните, друзья, что автомобили под любой вкус и цвет, и все что угодно, и практически любой кошелек есть в Японии, может быть, где-то там уже ездит ваша будущая малышка. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч! Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.